Выезжать к больным и пострадавшим бригады медиков на новых каретах скорой помощи будут во всех районах края. На службу машины поступили в каждый муниципалитет. После торжественной церемонии глава региона осмотрел новые автомобили и пообщался с фельдшерами. Именно они сегодня на передовой, отметил Вениамин Кондратьев. Работа на скорой самая тяжелая, но от нее зависит будущее каждого пациента. Своему заместителю Анне Меньковой губернатор поручил разработать программу поддержки медиков неотложной помощи. Они в этих каретах, они на самом рубеже, они на передовой. Ведь первый крик о помощи встречают они. Они встречают гнев, а слова благодарности до них не доходят. Потому что это уже получают в ОПАх, в больницах, там, где помощь оказали. Поэтому здесь надо понимать, чтобы кто о них-то позаботится. Вот о них. О тех, кто в окопах, на передовой, они у нас. Вот те кареты скорой помощи и те, кто в каретах, они на передовой. Давайте продумаем программу для экипажей скорой помощи. Разъедутся во все районы Кубани еще 80 автомобилей скорой помощи. Их уже приобрели за счет краевого бюджета. Всего же сегодня в службе скорой помощи работают более 1500 бригад. Ежегодно они выезжают почти на 2 миллиона вызовов.